На ледовой арене клуба загородного отдыха станицы Северская прошел открытый турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2010 года рождения и младше на Кубок Деда Мороза. Для участия в турнире приехали команды с Краснодара, Горячего Ключа, Сочи, Астрахани, Кореновска. Хозяевами турнира стал хоккейный клуб «Армада» станицы Северской. Тренирует маленьких хоккеистов Павел Сердюков. По результатам 15 напряженных игр первое место занял хоккейный клуб «Черномор» города Сочи. Второе место – ХК «Армада» станицы Северской. Третье место – ХК «Беркут» города Горячий Ключ. Победителям вручили кубки по номинациям, медали, грамоты и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.